أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله я затрону тему о единстве среди мусульман и какая точка зрения у ислама к национальному вопросу. Допустимо ли мусульманину разделяться только из-за того, что например, какой-то человек какой-то национальности, а другой человек другой национальности. Допустимо ли, что между национальностями, между народами была какая-нибудь недопонимание? И чтобы какой-нибудь человек любил одного человека только из-за того, что он только его национальности, а кого-то не любил из-за того, что только он другой национальности? Действительно, эта тема очень актуальна у нас в Дагестане, потому что очень много различных национальностей, и каждый из нас должен знать об этом знании, должны быть, какие отношения должны быть у нас, у мусульман, различных национальностей. Ауду биллахи мина шайтани раджим. Аллаху Тааля в Коране это нам разъясняет, для чего Аллаху Тааля нас сотворил разными племенами, разными народами, разными национальностями. Аллаху Тааля говорит, бисмиллахи ррахмани ррахим, «Я айюха ан-насу, инна халакнакум мин закарин ва унса, ва джаальнакум шуубан ва кабаила». Аллаху Тааля говорит, «Я сотворил вас мужчиной и женщиной». Также сделал вас народом и племенами. Для чего? И та'арафу, чтобы мы друг друга узнавали. То есть Аллаху Тааля нас сотворил разными племенами, разным народом не для того, чтобы мы гордились своим народом, своей национальностью или же каким-нибудь другим признаком. Аллаху Тааля нас сотворил разными племенами, разными народами, ли та'арафу, чтобы мы друг друга узнавали, чтобы мы друг друга познавали. Дальше Аллаху Тааля поясняет, «Инна акрамакум инда Аллахи атхакум», и самый лучший из вас возле Аллаха, это тот, который более боится Всевышнего Аллаха. То есть Аллаху Тааля не выделяет национальность человека, Аллаху Тааля не выделяет его степень среди людей, его авторитет, его богатство на этом свете. Но Аллаху Тааля выделяет что? Богобоязненность. То есть кто из нас ценнее правосудия? Тот, который более боится Всевышнего Аллаха. «Инна Аллах алимун хабир», Аллаху Тааля знает то, что в наших сердцах. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в своем прощальном проповеди говорит, «Я айюха ан-нас, о люди, действительно вас, ваш Господь, ваш Создатель один, и также вас Отец один. Аля, разве не так, о люди, опомнитесь, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, разве не так? И нет превосходства, нет преимущества у араба над неарабом. Также у неараба над у арабом нет никакого преимущества. Также у белого человека над черным человеком, или у черного человека над белым никакого преимущества нет, илля биттахва, кроме как богобоязненности». «Ва-инна акрамакум инда Аллахи атхакум», и наилучший из вас, наиценный из вас возле Аллаха, и тот, который более боится Всевышнего Аллаха. Подобным смыслом у Иса алейхиссалям спрашивают, «Я Иса, кто же из людей более ценнее? Кто из людей лучшим считается?» Тогда Иса алейхиссалям взял две горсти земли и спросил, «Какая же из этих горсти земли лучше?» Потом объединил эти оба горсти земли, выкинул и сказал, «Действительно, все люди, они сотворены из земли, и самый лучший из них тот, который боится Всевышнего Аллаха». То есть ни в Коране, ни в хадисах пророка, алейхиссалату вассалям, не выделяется национальность, ни народность человека. И тот человек, который будет любить человека своей национальности, а не долюбливать другого человека из-за того, что он противоположен национальности, то этот человек доходит не по принципу Корана и не по принципу хадисов. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, мумин по отношению к другому мумину должно быть как одно здание. Как одно здание, если целое здание, она одна стена, одна часть укрепляет другую сторону. И также вот так мумины должны быть по отношению к другим муминам. То есть одни мумины должны укреплять других, поддерживать друг друга. Аллаху Тааля в Коране говорит, «Аузу биллахи минаш шайтани раджим, а'тасиму бихаблиллахи джамиам, ва ля тафаррақу». Вы все держитесь за религию Аллаха и не разделяйтесь. Вот вокруг чего мы должны объединяться, вот чем мы должны гордиться, то есть исламом. Вокруг ислама мы должны собираться, объединяться и гордиться тем, что мы мусульмане. Дальше Аллаху Тааля говорит, «Вадкуру ниамат Аллахи алейкум, из кунтум агдаан фа аллафа байна гулюбикум». Вы вспомните же ниамат Аллаха, который вы же до ислама, до послания этой религии ислам, вы были врагами между собой. Аллаху Тааля спасла эту религию вам, Аллаху Тааля объединил между вашими сердцами. «Фаасбахтум биньяматихи ихвана», и вы стали этой религией Аллаха, братьями друг друга стали. То есть до ислама все друг друга враждовали племена арабов. Аллаху Тааля спасла эту религию, объединил
Разные народы, разные национальности, Аллах Тааля с этим исламом объединил. Дальше Аллах Тааля говорит: «Вакунтум аля шафа хуфрати минан нар, фаанкадакум минха». Вы же были на пропасти ада. То есть до спасания этого ислама, религии ислама, вы же находились у края, у пропасти ада. Но Аллах Тааля спасал эту религию вам, Аллах Тааля спас вас от этого ада. وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. И вот так Аллах Тааля разъясняет свои знамения, чтобы мы наставились на истинный путь. Также Аллах Тааля в Коране говорит: «Иннама аль-муминуна ихва». Действительно, все уверовавшие рабы, они являются мумина, они являются братьями. Аллах Тааля всех нас, всех уверовавших рабов назвал братьями. И тот человек, который будет говорить, что тот не мой брат, из-за того, что он другой какой-то цвет кожи или что-то какое-то у него другое будет, если он будет называть, что он не мой брат, то он, получается, он противоречит словам Всевышнего Аллаха, ведь Аллаху Тааля назвал всех нас, всех муминов братьями Аллаху Тааля назвал. А кто будет разделяться, тот, получается, противоречит словам Всевышнего Аллаха. Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, сказал: не из нас тот, то есть не из мусульман тот, кто призывает к национализму. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалам, говорит: не из нас тот, кто воюет ради национализма. И не из нас тот, кто умрет ради национализма. То есть национализм, национальность человека, народность человека, цвет кожи человека, он никакую роль в исламе не играет. Ведь от того, что человек родился арабом или же не арабом, ведь это не заслуга человека самого. Это Аллаху Тааля сотворил этого человека черным, этого белым, этого арабом, этого не арабом. То есть это не заслуга наша, не наша заслуга это. А действительно, гордость в чем должна быть? Как мы уже поняли из аятов и хадисов, гордость должна быть богобоязненность человека. Вот на что Аллаху Тааля смотрит. Национализм – это болезнь, которая была до ислама. До ислама все арабы, другие, у них был вот этот национализм между собой. Но с приходом ислама этот национализм должен уйти, исчезнуть. Ведь сами посмотрите, как ислам призывает нас к единству. Аллаху Тааля точно обязывал намаз. Но если намаз, который мы совершаем в джамаате, он намного ценнее, как нам об этом уже сказали. То есть если мы посещаем джамаат намаза, нас ислам учит к единству, к объединению. Также Аллаху Тааля всем нам обязывал джума намаз, всем мужчинам. И всем вот мы собираясь, тоже получается единство и сплачивание мусульман. Также Аллаху Тааля обязывал всем один раз хотя бы совершить хадж. И вот так все люди собираются на горе Арафа, в других обрядах хаджа, все белые, черные, богатые, бедные, но никакой разницы нет. Вот как ислам объединяет мусульман. А те, которые призывают к национализму или же к какому-то другим признакам, что надо отделяться как-то. То, что столько лет шло, которые некоторые люди сейчас появились и начинают все то, что было, отрицать, говоря, что эти люди правы. Но эти люди, которые призывают к расколу мусульман, эти люди не призывают к истинному пути. Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, сказал: «Инна Аллаха ла янзуру иля суварикум аля аджсамикум». Аллаху Тааля не смотрит на ваши формы, на ваш цвет кожи, ни на что. Аллаху Тааля, то, что внешний вид недостаточно человеку просто сделать красивым. Недостаточно человеку там, как бы, богобоязненный облик приобрести человеку недостаточно. Ведь Аллаху Тааля не смотрит на наш внешний облик. «Валякин янзуру иля гулюбикум амаликум». Но Аллаху Тааля смотрит на ваши сердца, на ваши деяния. То есть какое сердце у вас, какое чистое или нет, каким намерением совершать тот амал или же другой амал. Вот на что Аллаху Тааля смотрит, и вот что в первую очередь нужно очищать, это сердце человека. Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, говорит: «Валяди нафси бьядихи, ла тадхуль джанната хатта тутмину». Клянусь Аллахом, пророк, саллаллаху алейхи вассалам, говорит: вы не войдете в рай, пока вы не уверуете в Аллаха. «Валя тутмину хатта тахабу». И вы не уверуете полноценной верой, пока вы не полюбите друг друга. Пока вы мусульмане, мы все мусульмане, пока мы не будем друг друга любить, наш иман, он никогда не будет полноценным. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалам, приводит пример муминов в их сострадании друг другу, в их любви друг другу, в их взаимопомощи друг другу, как одно тело. Как оно тело, если хоть один орган в теле болит, рука, зуб, нога, любой орган, то все тело отзывается бессонницей и жаром. То есть все тело, все здоровые части стараются помочь этому больному органу. Вот так же наш уммат пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, должен быть. Когда у кого-то беда случается, мы все должны
вставать и помогать. А мы не должны оставаться в стороне, это нас не касается. Это разделение мусульман на национализм и на любые другие признаки, это тактичный ход врагов ислама. Когда у врагов ислама не получилось разрушить ислам явно, когда они смогли разделить мусульман явно, они начали разрушать ислам снутри. То есть разделяя мусульман на национализм и на все другие остальные признаки. И когда мусульман разделяется, там арабы, там не арабы, еще другие, то, что у нас национальности много. И получается, например, когда в одном селе какая-то национальность, когда в другом селе другой национальность, какая-то беда, то эти туда не идут на помощь, почему это же нас не касается, это нам зачем. Это вот работа врагов ислама. Вот такими мы не должны быть. То есть на национальность человека вообще смотреть никто не должен. Кто смотрит на национальность человека, кто говорит, что вот я такой-то, и вот я буду любить этого, потому что у моей национальности, пусть этот человек знает, что иман не полный. Это человек, который не ходит, не следует за Кораном и Суннатом. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обращаясь к своему асхабу Анасу, радиаллаху анху, говорит: «Я бунайя, инни стата'та ан тусбиха ва тумсия, ва лайса фи кальбика гышн ля ахад». Я Анас, я, о мой сынок, если ты можешь проводить весь день и ночь, и чтобы не было в твоем сердце ненависти, злобы никому из людей, фафхаль, ты вот так держи свое сердце. Вазалика мин суннати, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и это, вот таким держать сердце чистым по отношению к своим братьям-мусульманам, не завидовать, не враждовать ни с кем. Вот это мой суннат, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Ваман ахья суннати, факат ахаббани, говорит. А кто следует за моим суннатом, кто оживляет мой суннат, тот является из тех, кто полюбил меня. Ваман ахаббани, фахуа ма'рифил джанна, а кто меня полюбил, то он будет вместе со мной в раю, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Давайте тогда будем держать свои, будем очищать, заниматься своим очищением сердец, чтобы не было у нас разделения между национальностями, чтобы не было зависти другим, чтобы не было какой-то высокомерия между мусульманами. Ведь мы все одна умма, у нас Аллах един, наш Создатель. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, наш посланник тоже един. Почему же мы будем разделяться по каким-то другим признакам? Следуя, подчиняясь врагам ислама. Знаете, кто призывает к расколу? Это работа врагов ислама. На этом я завершу. Пусть Аллаху Тааля примет наш этот маджлис. Пусть Аллаху Тааля нас сделает из его богобоязненных рабов. Альхамдулиллахи, Раббиль Аламин.